Впереди лето, надо срочно худеть. Вот, думаю, что бы сегодня покушать. Купила брокколи. Вообще, я обожаю эту капусту. Вот, сейчас планирую отварить ее, морковку, лук, головку чеснока. Ну, в принципе, есть у меня еще вот альтернатива. Вот мясо, вот здесь гречка с колобком. Капусте можно добавить один из колобков. Есть еще вот листья салата, огурец, помидоры, фрукты. Ну вот пока концентрируюсь вот на этом блюде. Прямо обожаю брокколи. И предвкушаю. Наверное, будет очень-очень вкусно. Так что всем нам приятного аппетита и сбрасывания всего лишнего себя любимого.